Идеальное завершение мойки автомобиля – это чернение резины. Для поддержания шин автомобиля в презентабельном виде, а также для защиты их от ультрафиолета и грязи, используйте средство Black Rubber от компании GRAS. Сначала шины необходимо тщательно вымыть. Полироль для шин Black Rubber наносится на сухую, чистую поверхность. Выставляем режим спрей, наносим средство на губку, тщательно распределяем средство по боковой поверхности автомобильной шины. Достаточно подождать 5-10 минут и отправляться в путь.